Фильм построен в жанре воспоминаний, когда парень рассказывает зрителям о своем отце. Судьба родителей действительно выпала интересная, полная лихих поворотов и неожиданных событий. История начинается во Владивостоке, где уже слышатся отголоски полыхающей стране гражданской войны. Обстановка напряженная, большая часть мужского населения находится на фронте, отстаивая политические интересы. В центре событий оказываются два беспризорника, братья Роговы, которые всеми силами пытаются выжить в голодном городе. Старший Сергей находит неплохой источник дохода. Парень таскает спирт с японской военной базы и обменивает добычу на картошку у местного аптекаря. Во время очередной вылазки Сергей погибает от пули бдительного часового. Младший Илья остается один и пробует различные способы добывать пропитание. Мальчишка даже пытается принять участие в боях за деньги, но терпит сокрушительное поражение от своего ровесника, воспитанника кадетского училища Аркадия. Эта печальная встреча становится началом долгой истории, которая крепко связала судьбы парней. Продолжение данного сериала вы сможете посмотреть не ранее весны 2018 года.